patients in shackles, like it's Death's Head's personal candy store. The shrink raises hell and all, but in the end, he signs. No choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better. Because of her. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. We're supposed to be married by now, but hasn't happened. Ладно, продолжаем мы играть в Wolfenstein. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Что, заведение закрывают? Нож бери! Что делать-то? В рожу, в рожу. Кеслер. Твою мать. Нати. Нати, нати. Мы вернулись. Мы вернулись из этой херни. Ничего, найдем. Бери пистолет. Ничего, это бывает. Ну ты в первый раз встал-то. А нам нужно еще научиться ходить еще более-менее. Пистолет 62 года. Посмотрим. Улучшенная версия образца пистолета 46-го. Со сниженной отдачей. Понятно. Найти Аню. Они забрали Аню. Я должен найти ее и вытащить щит из этого места. Внутреннее помещение лечебницы. Заклад психиатричный маловесен. Польская психклиника. Учрежденная доктором Фринсешком Оливей 1824. То есть мы в Польше, да? Члены семейства Олива управляли ей на протяжении 3 поколений. В конце Второй мировой войны клиника перешла под контроль нацистов. Теперешнему суперинтенданту, доктору Кишнему Оливе, остается лишь беспомощно наблюдать за тем, как на пациентов одного за другим уводят солдаты по приказу ужасного генерала Черепа, которому нужен новый материал для экспериментов. Чё, готов? Пошли. Я вернусь. Чё это происходит-то? Тревога. Тревога, тревога. Нахрен. Так, где в этом еще один? Нахрен. Где еще один тут стрелял? А, вот он. Убили меня. Ладно, окей, сейчас разберемся еще раз. Руку поудобней, клавиатуру поудобней и поехали. Так, следующий. Здесь ничего, вон там есть один. Ты
Так, где еще один? Они всех убивают. Так, все это убили. И это убили. Так, что-нибудь полезное есть? Там документик какой-нибудь. Нету, да? Ну-ка скажу, что за автомат-то? Лечебницы, перки, справка. Так, не, про автоматы мне ничего не сказал. Ну, автомат новый. Тут там 30 патронов было. Здесь 46, 45. Так, подожди, дай-ка все осмотреть. Че-то я, блин... Неловко как-то управляюсь. Так, аптечка, не то. Так, подожди, патроны. А, не, нож. Так, вниз, не вверх, куда? Так, нашли дробовик. Ты на этот раз его не будешь резать? А? Как ты это тогда сделал? Не, сейчас он нормальный. В нормальном виде. Так, фрагмент кода. Офицер 60-го. Бойцовскими качествами нацистские офицеры не блещут, но они незаменимое звено в тактической цепочке. Они всегда готовы вызвать по рации подкрепление и не замолкнут, пока не погибнут. Че, увидели меня, да? Я вас тоже видел. Иди нахрен. Не до тебя сейчас. Так, подожди, нужно узнать, что там за перки-то. Что можно там прокачать-то? Бесшумно убить офицера. Совершить бесшумных убийств 4 из 5. Ага. Совершить бесшумных убийств из пистолета с глушителем. У меня глушителя нету. Бесшумно убить офицеров. Так, подожди, а что она открывает? Позволяет метать ножи, позволяет нам вам носить еще один нож. Еще один нож. Увеличивает урон при стрельбе с глушителя. Позволяет получить здоровье за бесшумное убийство. Показывает офицеров на карте. Делает быстрый бег более тихим. Увеличивает скорость передвижения в приседе. Повышает урон от выстрела в голову через прицел. Повышает скорость, с которой вы достаете и убираете оружие. Ускоряет восстановление здоровья. Так, увеличит здоровье до 200. Это я сделал. Это я тоже сделал. Нет, это я еще не сделал. То, что вот беленьким, это я уже сделал. Нам нужно сделать вот... Короче, до 200 нужно увеличить. Нужно увеличить до 200. Это в первую очередь. Увеличивает емкость магазина. Магазин автомата. Дробовик.
снайперская винтовка ускоряет перезарядку. И оружие, снайперская винтовка, пистолет и автомат, окей. Двойная перезагрузка ускоряет перезарядку при использовании двух стволов. Увеличивает время быстрого бега с оружием с каждой руки. Увеличивает количество боеприпасов на врагах. Боезапас всего станкового оружия. Так, что нам нужно сделать? Уничтожить при атаке с двух рук, окей. Убить двух врагов одной гранатой, мы это, окей, сделаем. Полезный навык будет. Увеличивает радиус поражения гранаты. Ладно, окей, итак, что нам нужно сделать-то? В первую очередь, нам нужно здоровье. В смысле, бесшумно убить их на расстоянии, это как сделать? Это просто бесшумно, да? В голову стрелять постараться, здоровье увеличить, это еще раз. Использую укрытие, окей. Короче, много чего. Ну, здоровье нужно увеличить в первую очередь. На это нам нужно вернуться обратно и там все здоровье взять, которое мы найдем. Постараться хотя бы. Так, ищем. Нож, аптечка, еще, блин, быстро снимается, а? Эта херня очень быстро снимается, 160. Так, а что за место? Улучшение брони. Окей, полезная вещь. Не зря вернулись, не зря. Очень даже не зря вернулись. Так, ладно, нам здоровье увеличить пока не получилось. Потом увеличим. Мы только игру только начали. Однако мы вернулись не зря. Очень даже не зря. Так, кстати, нужно из пистолетика как можно больше убить, пока это. Пока нужно. Еще один. Тихо. Так, ну ладно, сейчас еще немного постреляем, и более-менее она перк будет собираться помаленечку. Помаленечку, но собираться она будет. Врубай.
Не выйдешь, что ли? Блин, быстро что-нибудь возьми. Не с тем связались. Далеко не с тем. Думали они тут на больничку напасть. Ну нет уж, извините. Так, ну-ка, подожди. Бесшумно убивать врага-то я не могу. Уничтожить выстрел в голову-то мы делаем помаленечку. Уничтожить из автомата, использую укрытие. Нужно постараться. Из двух рук убивать. Так, на че вроде. Кто еще? Так, а ну хоры. Это что такое? Что это такое? Это что еще за беспилотник такой? Это беспилотный боевой летательный аппарат, управляемый искусственным интеллектом. Разработан в конце 40-х доктором Людвигом Вальдом, одним из крупнейших инженеров радиотехников Германии, для эффективного наблюдения над подконтрольным нацистами городами с воздуха. С тех пор неоднократно дорабатывался, в частности, был оснащен лазерными пушками и прямоточными воздушно-реактивными двигателями. Че, может, еще чем-нибудь дашь? Двое. Ай. Все, дошли до этого перка. Да, с двух рук уничтожить. Теперь что? Уничтожить в подвкате. Это иконка Shift S. Уничтожить из оружия на станке. Ни разу не промахнувшись. Уничтожить ее при атаке из двух рук. Окей. А здесь что? Убить врагов одной гранатой. Что, на здесь уже все уже, что ли? Нет, что-то еще есть. Что-то еще можно найти. Гранату нашли. А, это электрограната. Что это такое? А, электрический импульс. И куда ты поехал? Ты, блин, знать не знаешь, что в последнее время произошло. Ну, а вовремя, а? Вот молодец, реагировал, вовремя проснулась я на...
Вовремя, вовремя переселся. Кто вы? Кто вы? Бласкович, кто мы? В безопасное место хотя бы. И куда-то мы приехали. Ишь ты, спрятаться он, видите, захотел. Спрятаться он, видите, в багажнике. Да, много прошло. Ровно 60-й, да? Его нету. Нету, нету. Нету его, что все уже. Келлер. Глава номер 3. Новый мир. Ну уж давайте на этом и закончим уже. Как я понимаю, нам, блин, много придется тут бегать. Мы новую, предыдущую главу закончили. В следующей серии мы уже будем дальше думать, что дальше будет. Все. Кстати, мы в прошлой главе, мы письмо не нашли. Ладно, все, закончим. Сейчас, прямо сейчас еще одну серию запишу, ну, а серию закончим. Спасибо за просмотр, с вами был Виктор, всем пока.